Здравствуйте, друзья! С вами снова Татьяна Прокопенко. И мы с вами продолжаем тему настройки почты Gmail. Итак, мы уже установили фотографию в профиле Gmail. Теперь мы переходим дальше. Мы переходим к подписи. Ваша подпись будет добавляться в конце всех исходящих писем. Что мы здесь можем написать? Я здесь напишу «До связи, Татьяна Прокопенко». Мы можем здесь выделить подпись полужирным шрифтом, можем сделать ее курсивом, можем подчеркнуть, можно выбрать разные виды шрифтов. Нам предлагается здесь, как в Word, разные виды шрифта. Здесь можно выбрать размер подписи. Вы видите, что здесь есть несколько вариантов. Небольшой, обычный, крупный и огромный. Крупный и огромный, а также небольшой размер я не рекомендую вам ставить. Мы выбираем обычный размер подписи. И дальше мы можем выбрать цвет текста. Я его менять не буду. Если вам больше нравится цветная подпись, вы можете выбрать какой-то цвет. И дальше, что мы можем сделать, это можно поставить какие-то свои реквизиты здесь, допустим, Skype или ссылку добавить. Тут можно также добавить картинку. Ну, есть разные варианты. Есть вариант выровнять по левому краю, по центру или по правому краю. Я оставляю выравнивание по левому краю, как здесь стоит по умолчанию. И смотрим дальше. И еще одна важная вещь, о которой я хочу сказать. Это автоответчик. Очень многие ставят автоответчик на почте Gmail. Я вам не рекомендую делать этого, потому что это очень раздражает ваших собеседников в почте, когда вместо живого человека вам отвечает автоответчик. Поэтому здесь я ставлю точку, отмечаю точкой вариант «Отключить автоответчик». Итак, все основные изменения мы произвели. Сейчас мы нажмем на кнопку «Сохранить изменения». Не забудьте это сделать, потому что иначе ваши изменения не сохранятся. Изменения сохранены. Теперь мы снова зайдем в настройки, нажав на колесико. Настройки. И зайдем во вкладку «Аккаунты и импорт». Здесь мы заходим в третий пункт «Отправлять письма как». И нажимаем на «Изменить». Проверяем, что здесь у нас выставлено. Здесь должно быть выставлено ваше имя и фамилия на русском языке, так как оно у вас отображается в аккаунте Google. Тогда ваше имя и ваш адрес электронной почты будут указываться в тех письмах, которые вы отправляете. Проверьте, чтобы все здесь было правильно, чтобы имя и фамилия были на русском языке. Адрес электронной почты у нас уже стоит. И мы нажимаем на кнопку «Сохранить изменения». Теперь все изменения у нас произведены. Все настройки мы сделали. С вами была Татьяна Прокопенко. До встречи на следующем уроке.